Всем привет-привет, дорогие друзья! Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, пожалуйста, не забывайте. Нужно нажать кнопочку подписаться, если она у вас красного цвета, чтобы она стала серенького цвета. Тогда будет значить, что вы подписаны на наш канал, и вы не пропустите ни одного нашего влогового видео. А сейчас мы отправляемся в путешествие по замечательному острову Кипр, и мы едем в деревню Пана Левкара. Поехали! По трассе. Сейчас уже будем съезжать на Скарину съезд. Если ехать от Ларнаки, то будет съезд на Скарину деревню. Едем вот в такой компании. Мы должны быть в масках. Обязательно. Даже в машине, если не из одной семьи люди, должны быть в масках. С нами едет Кристина, Каролина. Так, сейчас поворот нам надо. Решили сделать остановочку и перекусить Макдональдсе. Макдональдс! Макдональдс! Только мы его проехали. Сейчас Нет, подожди, направо здесь. Огромный супермаркет Альфа-Мега. Это одна из самых крупных сетей гипермаркетов на Кипре. Здесь же Макдональдс. Подъезжаем. Родители вам за покупками, дети Макдональдс. Да? Мы вообще-то тоже претендуем на какую-нибудь вкусняшку. Пошли. Детям можно без маски до 12 лет. Нам обязательно маски. Ой, как же им завидую-то. Смотрите, что нам принесли. Нам принесли игру. Что это за игра-то? Это открытка для Деда Мороза? Да! Я буду снеговика рисовать. Для Агис Василиса, наверное, пальмы нарисованы. Тут не вместо елочек. Принесли мою прелесть. Аринка, давай вечером нарисуете. Что вам в игрушки-то попадут? 3-4. А я думаю, а почему? Наконец-то мы можем снять маску, потому что нам принесли еду. И мы можем спокойно кушать. Карина взяла салатик себе. Каролина, тоже салатик ешь? Угу. О, а мне вот такая игрушка попалась. Смотри, дочка. Поехали дальше? Да. Наша цель Пана Левкара. Сама деревня Левкара находится между Ларнакой и Лимассолом. Минут 20 от Ларнаки и минут 30 от Лимассола. И если вы приехали больше, чем на недельку и хотите на Кипре что-нибудь посмотреть, обязательно мы рекомендуем съездить в эту деревню Левкару. Заехали в Левкару. Сейчас мы по этим узким улочкам будем искать. Метров поверните направо. Направо. Мы еще и не проедем. Проедешь, проедешь. Сейчас зеркала уберем. Сюда еще чуть-чуть, кажется, можешь. Еще чуть-чуть. Нормально, нормально прохожу. Я надеюсь, что это одностороннее движение. Я задом отсюда не вырулю. Нам туда показывает. Ну мы туда не можем, там машина. Нам не туда, хоз. Туда. По-моему, мы зря сюда заехали. Давай туда. Не сюда было. Слушай, здесь. Да. Направляйтесь на северо-восток. Да, туда. Катька, смотри с этой стороны, Катька. На нас все смотрят. Пусть смотрят, завидуют, что мы с машиной не пешком. Здесь не просто не парковаться. Ваше место назначения будет справа. Ты, наверное, отель поставила? Да. Вот отель. Вот отель наш. Вот наш отель. Ну, приехали. Где здесь ставить машину? А я говорила, пешком надо. Вот наш отель. Классный, все. Отлично. Теперь давай отсюда вырулим. Я считаю, надо проверять. Пошли. Пошли. Краюшком, краюшком иди. Мы нашли наш отель. The Levkara Hotel. И здесь говорят по-русски. И елочка уже украшена. Ой, какая красота!
А мне... Вот, я была права. На бортке. Ой-ой-ой. Ролин, вон сюда, да? Здравствуйте. Сюда, пожалуйста. Туда? Помещаемся. Заходим? Это туалет, наверное. Это первое, да? Да. Ой, ребята, смотрите, как уютненько. Чайничек. Наша? Наша будет? Да. Окей. А где еще комнаты? Сейчас еще одну дадут. Пошли. Я пойду с тобой. Это будет наша сыновья. Это наш. Нет, а тут дети спят. Тут дети спят. Каролин, помоги вот такая. У нас, да. Не, у нас тут такая. Да, у нас тут такая. А как ложится, да? Вот она, да? А это вторая. Это нечестно. Так, ну еще поделитесь. Какая с балдахином. И точка. А куиска ты со сдвёрки? Мама, скажи, скажи им, что это важно. А сам долу, а куня, что иска ты? Дай чемодан. Хорошо. Так, ванна, туалет. Я сразу вам говорю, это не 5 звезд, это деревня Левкара, но очень чистенько, очень уютненько. И остановиться на ночь, если вы путешественник, очень даже приятно. Согласна? Две двери. Вот, вид так себе. Ну, на забор. А, вот там шикарно вид. Вот там на горы вид очень классный. Вот они, улочки узенькие. Сверху балкончики. Закрывай, пойдем сейчас гулять. Здесь вот в коридоре стоит бойлер с водой питьевой, что очень приятно. Антисептики. А это что такое? А это свечка, украшение. Воздух, какой воздух. Соснами пахнет, да? Сосной пахнет. А вот же сосна, наверное, поэтому и пахнет. Да, это сосна. А летом здесь еще столики стоят, ресторанчик.